through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Всех приветствую на канале Outlook Alive. Сегодня понедельник, 4 октября. Как вы поняли из заставки, мы сидим дома. Да, Лукашин тест пришел положительно, это уже ПЦР-тест. В моем прошлом видео на часть ролика была наложена музыка Ютубом, и я хотела бы поставить вам этот кусок. Не знаю, почему наложили музыку. Рассказывала не такие уж страшные вещи, не такие уж откровенные, я бы сказала. Надеюсь, в этот раз Ютуб будет более лояльным к этому кусочку видео. Сидит, значит, и ждет вылета. А в это время мы с Лукой готовимся к его приезду и едем из манежа, где он занимался ипотерапией, и ищем бензин, где заправиться. Бензина оставалось очень мало, искали мы очень долго, и вся моя голова была забита только где достать эти углеводороды. Обрадовалась, заправляю только на 20 фунтов. Ну, чуть больше 1/4 бака. Я вообще в шоке. То есть мне завтра опять надо где-то искать заправку. У меня такая дилемма первый раз. Либо бензин экономить, либо мужа ехать забирать из аэропорта. В общем, даже не знаю, что делать. Потому что если заправляют на 20 фунтов, то мне придется завтра опять искать заправку. Пока мы стояли на заправке, я решила быстренько проверить свои имейлы и обнаружила письмо из школы, в котором было сказано, что Луке обязательно надо сдать коронавирусный тест, так как несколько детей именно уже в его классе протестированы положительно и сидят в самоизоляции. Пока, опять же, стояли на заправке, я заказала этот ПЦР-тест. Мы ехали с ипотерапией и стояли долго на заправке. Я наблюдала за Лукой, за состоянием его, и просто была в шоке от обилия соплей. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, это, естественно, я не снимала, потому что когда в таком нагнете находишься, тебе надо найти бензин, тут ребенок соплями захлебывается, в общем-то, какая тут съемка? Никакой. Мы использовали все салфетки, которые были в машине, дошли до оберточной бумаги. Честно говоря, у меня было такое ощущение, что у него возникла жуткая аллергия на лошадей. Вот бывает такое иногда, знаете, когда сильный аллерген такой, то начинают краснеть глаза, и из носа прям просто льется вода. Вот у него она льется, 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 я не остановить ничем не могу. Думаю, приеду домой, раз тесты уже ПЦРовские заказаны, на всякий случай сделаю я ему тест для домашнего использования. Насколько я была настроена скептически к этим тестам, это тесты для домашнего использования. Ну, я их уже 100 раз показывала, их детям раздают в школах у нас. Вот так они выглядят. Мы их брали в Россию, даже результаты этих тестов мы загружали на сайт госуслуги для Роспотребнадзора. Да, Лука приехал домой, вот так он протестировался. То есть тест все-таки показал положительный результат. Лука, ты нам расскажешь, что случилось? Я заболел из-за короны. Короной заболел? Да. А как это произошло? На насморк. Насморк у тебя начался? Да. Да, сильный? Все пошло. А потом что мы сделали с тобой? Тесты. Тесты. И что показали тесты? Линии. Какие? Большие. Сколько линий? Большие. Сколько? Две линии. А что это значит? Коронавирус. Коронавирус. Да, коронавирус. Да, что ты позитив. Да. Да? Мы сейчас вышли на послеобеденную прогулку. Расписание сейчас у нас немножко плавающее. Школа не дала как бы учебный план, но нам есть чем заняться. В конце концов, неделю я могу
спокойно его проучить дома без проблем. И даже, честно говоря, мне это понравилось сегодня. Никуда торопиться не надо, бензин искать не надо, все хорошо. Мне так захотелось что-то простого. Вот варю бульон просто, набросала сюда овощей, и даже, ну, просто почистила и целиком положила. Тут помидор, лук, морковка и чеснок. Перчик и лаврушка. Буду варить гречку, мы с Лукой поедим такой суп, или я не знаю, кто суп, кто бульон. В общем-то, будем вот на таком питании, наверное. Хотела рассказать, как протекает коронавирус у ребенка. На самом деле все хорошо. Первый день были сопли, второй день поднялась температура, на этом все. Вот сейчас уже четвертый день, получается, идет. В принципе, мы гуляем. И я хочу сказать, что после прогулки он даже чувствует себя еще бодрее. То есть мы ходим гулять, нам нельзя ходить ни на какие площадки, в общественные места. Но здесь по окрестностям, по лесам можно гулять без проблем. ПЦР мы сдавали 1 октября. На следующий день мы получили результаты. Результат был положительный. У Луки положительный, у нас отрицательные результаты с Георгием. Но дело в том, что в ночь с субботы на воскресенье мне стало не очень хорошо. Если кто-то следил за моими постами в Инстаграме, я сначала подумала, что это последствия 2 бокалов шампанского, которые я выпила в субботу вечером. Воскресенье утром я просто не могла встать. У меня раскалывалась голова. У меня такого в жизни никогда не было. Я даже не представляла, что такое может быть с человеком. Такое ощущение, что как будто вот голову засунули в тиски, и настолько все это было болезненно, я не могла подняться. Практически все воскресенье я провела в горизонтальном положении с головной болью. А под вечер я решила сделать последний оставшийся у нас вот этот вот домашний тест. Так что вчера я заказала очередную порцию ПЦР, теперь уже Георгию мне. Я думаю, что мой тест придет положительный, а вот Георгий у нас следующий на очереди. По симптомам я скажу, что в воскресенье у меня было состояние жуткого похмелья. Я даже не знала, что такое вообще состояние может быть. Это был ужас просто. То есть я в горизонтальном положении, как я уже сказала, провела полдня. К вечеру меня немножко стало отпускать, но начала подниматься температура. И я вот поэтому решила сделать тест. Скажу следующее, что несмотря на температуру, у меня сейчас небольшая температура есть, но я ее не чувствую. То есть я, в принципе, нахожусь в более-менее мобильном состоянии. Не скажу, что мне прям тяжело все делать, никакой усталости особой нет. Голова, слава богу, не болит, потому что вчера была просто жесть. Вчера я просто не знала, как с этой болью справиться. И слава богу, что все это закончилось. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Сегодня 5 октября. Я жду свои коронавирусные тесты, пока еще не приехали они. Это тесты ПЦР. Когда мы Луке заказывали первый раз, они приехали очень быстро. То есть мы заказали в четверг, в пятницу тесты были уже на месте. И в воскресенье мы получили результаты. Свои тесты я сейчас жду с воскресенья. То есть в воскресенье вечером я их заказала, сегодня вторник. Но надеюсь, сегодня они приедут. Сегодня третий день моей болезни. Я хочу сказать, что температура у меня держится на уровне где-то 37,1-37,5, но я ее не чувствую. В принципе, состояние не угнетенное, то есть я в ресурсе. Я хочу сказать, что у меня нет таких классических симптомов, как описывают. Единственное, у меня сегодня с утра началось какое-то искажение запахов. То есть обычные вещи или обычные продукты для меня пахнут как-то необычно. Я, кстати, уже сказала, что на свежем воздухе я чувствую себя гораздо бодрее, то есть... Видимо, порция кислорода, она как-то благотворно влияет на всю систему. Сейчас мы прогуляемся сами, и у нас начинается очередной день сурка.
Два теста мне и Георгий. Сейчас сдам я, а Георгий, наверное, придет уже после школы. Но у него никаких симптомов пока нет, и он сдает домашние тесты, которые показывают негативный результат. А я сейчас займусь этим. Сегодня будет винегрет. Не знаю, на обед или на ужин, но хочется вот такой очень простой еды. У нас с Лукой сегодня на обед борщ. Готовку свою показывать я не буду. Во-первых, времени нет. Во-вторых, борщ, наверное, умеют все варить. Так что приятного аппетита, кто ест. Мы вышли на послеобеденную прогулку. Наш день сурка, вернее, неделя сурка продолжается. Ну, вот так мы будем жить неделю. Сейчас самое главное немножко прийти в себя, и все будет хорошо. Я рада, что на этой неделе у меня не забита голова, как искать бензин, где его доставать. Кстати, девочки, кто смотрит меня из Великобритании, скажите, ситуация немножко разрулилась или все так же? Просто немножко не в теме выпала на несколько дней. Сегодня я читала статистику, 100 тысяч школьников в Великобритании диагностированы ковидом и сидят на самоизоляции. Сейчас не отправляют детей потоками и классами. Ребенок протестирован на ковид, его отправляют домой на самоизоляцию на 10 дней. Пока ребенок не получит результат теста, он может ходить в школу. То есть вы понимаете, что за система. Фактически 100 тысяч протестировано, сидят в самоизоляции. И, может быть, столько же ходят в школу. И не знают, что они ходят с ковидом. В общем-то, это пустяки, дело житейское. Надеюсь, нас пронесет. Я обязательно это в следующем влоге расскажу. Начала, кстати, замечать за собой одышку небольшую. В следующем влоге я расскажу результат своего теста. Я уверена, что это позитивный тест. Соответственно, с момента подтверждения ковида я буду сидеть тоже в карантине. Также 10 дней. А на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Как всегда, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще это не сделал. Всем пока и до новых встреч!